В Харькове в больнице умер 15-летний подросток, который был в коме после теракта. Так что жертв вчерашней трагедии уже трое. Сегодня в городе траур. Память погибших почтили минутой молчания. Напомню, взрыв произошел во время марша достоинства. Два человека погибли на месте, еще 11 получили ранения. Где-то вот такой осколочек. Боец местного батальона МВД показывает размер осколка, который застрял у него в ноге. Максим с товарищами шел в той самой колонне. Большой хлопок, ударная волна, и потом уже, когда я повернулся в сторону взрыва, летящие осколки. На месте погибли милиционер и активист Евромайдана. С осколочными ранениями в больницу попали 11 человек. Трое пациентов с повреждениями на уровне бедра. На уровне бедра магистральные сосуды таких размеров, что если бы было повреждение в момент взрыва, то могли бы пациентов сюда и не довести. Самые тяжелые травмы получили двое парней, 18 и 15 лет. За жизнь последнего врачи боролись сутки. Сегодня днем он умер. Второй человек, это 18-летний парень тоже, с тяжелым ранением брюшной полости, тоже находится в крайне тяжелом состоянии. Врачи добросовестно борются за его жизнь. Харьков сегодня в трауре. В час дня город замер в минуте молчания. Це жах. Це дуже жахливо. Коли от таке робиться і ще нас обзивають фашистами чи терористами, це цинізм. В СБУ о возможной провокации предупреждали. Мы говорили и предупреждали, что именно эти заходы будут раздражающим сигналом для тех, кто хочет нанести вред и власти, и тем, кто, видно, год сопротивляется этой агрессии. Что взорвалось, в областной прокуратуре уже установили. По предварительным данным экспертов, взорвалась противопехотная мина с радиоуправляемым устройством. Ее тротиловый эквивалент составляет примерно около 2 килограммов. У следователей несколько версий атаки. Первая версия. Террористический акт, совершенный с целью дестабилизации ситуации в регионе. Террористической группой так называемых харьковских партизан. Еще одна версия рассматривается и проверяется. Террористический акт, совершенный по тем же мотивам, но другой террористической организации. Вчера объявили о начале антитеррористической операции в Харькове. И всех, у кого есть информация о причастных к взрыву, просят сообщить об этом правоохранителям. А автомобилистов предоставить видео с регистраторов. Оно может помочь в расследовании. Из Харькова Татьяна Федоркова, Анна Бравко. События. Канал Украина.